22 ноября в Казани прошел финал 5-го национального конкурса таланта «Краса студенчества России-2018». В конкурсе приняли участие 65 красавиц, из которых только 12 прошли в финал. Екатерина Колосовская, студентка 4-го курса историко-филологического факультета УГПУ, завоевала титул «Вице-краса студенчества России-2018». О том, как она участвовала в конкурсе, девушка рассказала нашему порталу. Решение как-то мне молниеносно в голову пришло, что я бы хотела поучаствовать и достойно представить университет и регион, но уже после того, как я подала заявку, я начала в себе сомневаться очень сильно, а готова ли я, а мое ли это, потому что я раньше участвовала в конкурсах в основном по каких-то прикладных по определенному мастерству, а здесь нужно проявить себя во всех своих гранях и показать свой талант, который, мне кажется, я сама еще даже у себя не нашла, не определила, что мне больше всего подходит, чем я люблю заниматься. И поэтому уже были сомнения. Я переживала по поводу заочного этапа, но когда прошло тестирование у нас по истории, это было испытание заочного этапа, я поняла, что, скорее всего, я прохожу уже в очный. «Краса студенчества России» – крупнейший проект в области таланта и красоты для студенток Российской Федерации. Заочный этап включал в себя оценку портфолио, подтверждающего достижения в культурно-массовой и творческой общественной деятельности, а также тестирование на знания истории России. Программа состязаний очного этапа состояла из эссе, самопрезентации, тематических дебатов, творческих выступлений. Душу я вложила во все, но по душе мне пришлось больше эссе, наверное, как филологу, потому что у меня и балл самый высокий за это испытание. Ну а так, в принципе, испытания были все интересные в плане того, что приходилось себя немножко перепрыгивать, саму себя. То есть не было возможности расслабиться где-то халатно что-то спустить. Все время приходилось дожимать и прям вот с последних сил стараться. Будущий учитель русского языка и литературы всегда делает все по максимуму. Если учится, то на одни пятерки. Если танцует, то лучше всех. Если участвует в конкурсе, то обязательно ради победы. Кроме этого, девушка в стенах вуза считается творческим, добрым и искренним человеком с активной жизненной позицией. Я не боялась показать себя настоящую, вот какая я есть, потому что иногда можно переволноваться, можно стереотипов каких-то понабрать и рассказать о себе, как стихотворение, вот прям как из пулемета выпалить. А я все-таки больше свое внутреннее показала, ну, как человеческое отношение, свои какие-то несовершенства, возможно, свои недостатки даже, которых я не стесняюсь и которые я могу продемонстрировать и преобразовать их в свой плюс. В итоге Катя смогла продемонстрировать жюри не только свою красоту и интеллектуальные способности, но и удивила своим профессиональным танцем. Девушка не планирует останавливаться на достигнутом. Сегодня у нее много личных проектов и подготовка к новому конкурсу. Выдохнуть удалось, но сейчас подготовка к областной студенческой осени. Много проектов, которые я уже по журналистике веду, их тоже нужно. И сейчас на форум отправляться как организатор, уже в качестве организатора. Поэтому выдохнуть буквально были вот эти выходные после «Красы студенчества». А дальше учиться, проекты закрывать и все еще. После вуза девушка мечтает заниматься журналистикой. Хочет попробовать себя в роли ведущей, а если повезет, то получить работу на федеральном развлекательном телеканале. В дальнейшем, после 5-го курса, ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Ну, вообще, моя мечта – это журналистика. После финала конкурса радовались за Екатерину не только родители и друзья, но и одногруппники, преподаватели, руководство вуза. После финала девушку начали поздравлять даже незнакомые ульяновцы через соцсети. К такому пристальному вниманию Катя не привыкла и даже сегодня заметно стесняется, говоря о своих успехах.